Вот смотри, у нас очень удобная лагуна. Рифов нет, течение спокойное. Если бы ты был пиратом, то стал бы искать что-нибудь лучшее для своих сокровищ? Не знаю. И я бы не стал. Они где-то здесь. Ну и куда это вы собираетесь? За сокровищами пиратов. Ой, не могу. Дуралеи, они идут за сокровищами. Ой, держите меня, я падаю. Ой, а вы что, под водой поплывете? Я тоже хочу покататься на этой, как ее, подводке. Подлодке. Мест нет. Как это нет? Сейчас уберем весь мусор, и место появится. О, май гад! Найн, найн! Это нельзя! Это балласт! Я буду вместо балласта! Они где-то рядом, сокровища где-то рядом. У меня на них нюх. Дай теперь я посмотрю. Я, в отличие от некоторых, делом занимаюсь. О-хо-хо-хо-хо! Сокровища! Сокровища! Учебная тревога. Тьфу ты! Фройлен на корабле плохой примета. Там что-то есть. Стоп, машина! Место для пиратских сокровищ.
Ой, а тут кто-то вещи забыл. Сокровища! Ура! Ура! Быстрей! Отсюда! Быстро! Быстро! А как же? Сокровища! Это у тебя? Да так, балласт в пещере нашла. Ёлки-иголки! Нюша, сокровище ты наше! Это же настоящий пиратский гвоздь! Ёлки-иголки! Вот так всегда. Для кого-то балласт, а для кого-то сокровище. Определенно весь мусор собрали. Вроде бы весь. Давай! Интересно, куда приплывет наш мусор? Какая разница? Главное, чтобы подальше от нашего чистого берега. Море большое. Прощай, грязь! Ёлки-иголки, там какое-то странное пятно. И кажется, оно плывет сюда. Карыч! 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 Что? Что такое? Солнечный удар? В тень, все в тень. Какая тень? Смотри туда! Так. Мамма мия. Это же... Это какие-то машинные отходы. Поздравляю! У нас экологическая катастрофа. А откуда они взялись? Кто-то вылил их в море. Машинные отходы? Так это Пин, наверное, вылил. Как вы могли так думать про меня? Будто я не знаю, как это плохо, когда в море попадает химикалий. Алис капут, все погибает. Как же оно попало сюда? Кто-то где-то вылил, а пятно сюда приплыл. Надо это пятно быстрее выводить, а то скоро здесь все черным-черно будет. Фу! Это уже 15-я ванна! Карыч, как у вас там? Конца края не видно! Кажется, что этой пакости только больше стало! Мне тоже кажется, что пятно растет. Ай, ну откуда оно может расти? Из глубины! Смотрите! Откуда это здесь? Кто-то давным-давно бросает их здесь. Думает, море большое, от пары бочек никому плохо не будет. Ничего себе! Не будет!
Если из бочек выльется вся эта гадость, наша лагуна станет похожа на баночку с буталином. Однозвучно гремит колокольчик. Эй, на шхуне! Держись, фарватера! И дорога пылится слегка. Что нам теперь делать с этой гадостью? Утилизировать! Как это? Сжечь! Хорошо горит, каналья. О, точно, точно. Думаешь, мы его найдем? Конечно! Это только кажется, что море большое. Вот он! На самом деле море совсем маленькое. Бесследно в нем ничего не исчезает. Пока вроде это... Нет. Туда, сюда, водила. А потом как выпрыгнет. Вот такая вот рыбина. Дипа-падам. Без обмана. Я уже сачок приготовил, а она сорвалась. Ты о чем думаешь? Я... ни о чем. Странный ты какой-то сегодня. На солнце, что ли, перегрелся? Пойдем, я тебе холодного морсу дам. Я лучше потом. Потом. Не рыба, а зверь. Я ее и так. Она ни в какую. Ежик. 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 Морс. Что читаешь? Оба-на! Может, ты заболел? У меня из головы все не идет эта Лили. Мне кажется, в этой истории есть какая-то тайна. Угу. Значит, ты нашел ее здесь. Понятно. Что понятно?
изображение приплыло со стороны моря. Это значит, что оно как-то туда попало. Версия первая. Кто-то плыл на корабле, возможно, от этой самой Лили, и выкинул ее портрет, чтобы эту самую Лили забыть навсегда. Тогда бы он портрет сначала порвал. Логично. Версия вторая. Лили плыла на корабле. Был шторм, корабль качала. Лили вышла на палубу, и тут... Помогите, помогите! Возможно, что и сама мадемуазель Лили оказалась в воде. Ёжик! Ёжик, ты куда? Надо что-то делать, нельзя терять ни минуты. Лили, может быть, в опасности. Ёжик, ну куда ты собрался? Как же ты будешь спасать Лили, если не знаешь, где она находится? Я чувствую, у нас с ней возникла духовная связь. Какая связь? Ты же ее вживую никогда не видел. Ну и что? Знаешь, что я понял? Что? Она уронила свой портрет не случайно. Она оказалась в воде, но смогла доплыть до необитаемого острова. Видишь эти пальмы? Она нарисовала их, чтобы я мог найти по ним этот остров и спасти ее. Ёжик, я тебя никуда не пущу! Шторм начинается! Я не хочу тебя потерять из-за какой-то там Лили! Как ты можешь так говорить? Она сидит там одна, переживает, думает, дошел ли мой портрет до ёжика, спасет ли он меня? Может, ее уже спасли без тебя? А если нет, то и кто ее может спасти, если никто, кроме нас, не знает, что произошло с Лили? На самом деле я тебя не пущу! Кто-то кричал. Да это я кричу тут уже 2 часа. Рош, ты чего? Ёжик, разрешите представить тебе мадмуазель Лили. Лимонад Лили. И таким образом получаем немыслимое равенство второй космической скорости и скорости твоего прыжка. А это уж, простите, полнейшее недоразумение. Солнышко, солнышко. То есть допрыгнуть до солнца не получится? Ну, разумеется. Солнышко, солнышко, солнышко мое. Ничего себе. Это так же очевидно, как и то, что наша Земля... круглая. Лосяш, погоди. Неужели ты действительно веришь, что Земля круглая? В общем-то, сомневаться не приходится. Скажешь тоже, круглая Земля. И вот так. Так вот, на самом деле, всем давно известно, что Земля плоская и лежит на трех слонах.
а те, в свою очередь, стоят на большой черепахе. Феноменально. Друг мой, вы себе даже не представляете, насколько вы, мягко говоря, заблуждаетесь. Представить себе я могу все, что угодно. Нет уж, позвольте, в этом споре рано ставить точку. Вот, что это, по-вашему? Разноцветный шарик. Манюша смахивает, когда она с косметикой перебарщивает. Так вот, неандерталец вы мой прыгучий. Это глобус. Не что иное, как модель нашей планеты. Это не доказывает, что Земля круглая. Мало ли кто глобус сляпал. То есть вы мне не верите? Хорошо. А что вы на это скажете, сомневающийся вы мой? Фотография, между прочим, сделана со спутника. Конечно, тут ничего не видно. Все же снизу. Хотя вон, черепашьи лапы торчат. Перестаньте поясничать. Земля круглая. Это доказано сотни лет назад. Ты сам-то в это веришь? Почему же тогда с обратной стороны ничего не падает? О, что и требовалось доказать. На Земле все удерживает гравитация. Вот, видите? Слишком сложно, чтобы быть правдой. Вот с черепахой тут все ясно. Вы не можете отрицать очевидное. Джордано Бруно отдал жизнь ради этой истины. Ну, это уж совсем не доказательство. В общем, заблуждение – штука опасная. Ёжик, ты чего? Неужели ты тоже думаешь, что Земля круглая? Я как-то раньше не придавал этому значения. Мне вот иногда кажется, что наш мир кем-то нарисован, и за нами все время кто-то наблюдает. Вон оттуда. Ну ты даешь, нарисован. Я вот тут подумал. Если я единственный, кто знает правду, значит, я единственный, кто сможет ее доказать. Думаешь, это возможно? Надо просто добраться до края Земли и сфотографировать черепаху. Ну, счастливо оставаться. Я только туда и обратно. К ужину вернусь. Подожди. Тебе нужны свидетели. Все-таки ответственная экспедиция. Эх, Ежидзе, с тобой хоть на край света. И тут я такой кладу перед ним фотографии, мол, что я говорил? Черепаха! Черепаха! А он посмотрит и скажет: феноменально. Эй, а если не будет никакой черепахи? Все, хватит. Давай признаем, что ничего не вышло. Пора возвращаться. Ёжик, мы уже почти доплыли. Обидно возвращаться, когда до края Земли осталось всего ничего. А ты не подумал, что Лосяш может быть прав? И что у Земли нет края? Нет! Земля не может быть круглой. Ты только представь, ни слонов, ни черепахи. Один глупый шар, который болтается в космосе. Так не может быть, потому что это неинтересно. Ёжик, 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 просыпайся же, мы нашли его. Кого его? Край Земли! Течение усиливается! Фотоаппарат! Скорее! Только не сейчас! Как бы нам не свалиться с Земли-то? Ёжик! Ты видишь это? Ёлки-иголки! Теперь нам точно никто не поверит. Покажи мне, который я!
елки. Только послушай, сказочная природа необитаемого острова окунет вас в мир волшебных ощущений. Да, хорошо бы и вправду окунуло, потому что пока ощущения как-то не очень. Что значит «не очень»? Смотри, в буклете сказано: в ожидании встречи с прекрасным время в дороге пролетает незаметно. Понял! Ты греби, ежик, греби. Ага, я грибу. Грибу. Ура! Видал? Благоуханная тень тропических деревьев, лазурное море, золотой песок. Ёжик, я, кажется, обгорел. Надо, наверное, приложить чего-нибудь холодненького. А, ерунда! Сейчас пойду и искупаюсь. Все как рукой снимет. Ёжи, айда купаться! Крош, не заплывай далеко, мало ли. Ой, помогите! Крош, что случилось? Я иду. Ай! Помогите! Что это за гадость, а? Я поплыл, а там вместо воды вот это жжется. Это медузы. Здесь сказано, что медузы сюда приплывают редко и близко к берегу не подходят. Значит, нам посчастливилось. Это такое редкое явление. Но купаться здесь теперь нельзя. Крош, ну ты не расстраивайся. Ну, море здесь, конечно, не очень-то, зато ведь необитаемый остров. Я читал в одной книжке, что временные трудности путешественников заканчиваются, как только им удается пополнить запасы пресной воды. Что-то здесь с благоуханной тенью деревьев не то. По-моему, они совсем никакой тени не дают. У тропических деревьев так принято. Кажется, пополнить запасы пресной воды нам не удастся. Ёжик, посмотри, там случайно не написано, а что едят обитатели необитаемого острова? Здесь написано про райский вкус экзотических фруктов. Правда, что ли? Дай посмотреть. Ёлки-иголки, ёжик, вот здесь и начинается райский вкус благоуханной тени. А какие фрукты можно есть, в буклете не написано. Да смешно это, ёжик. Да все можно. Фу, фу. Ой, я сейчас. Крош, ты куда? Ой. А почему холодно? Мы же в тропиках, а? Здесь сказано: имеют место перепады температуры в ночное время. Так чего же это сказано маленькими буквами и в конце? Я сейчас. А про благоуханный вкус большими и в начале? Не знаю. Ой. Ты не знаешь, сколько времени в турпоездке обычно продолжаются временные трудности? Еще когда-нибудь! Поехали!
уехал в туристическую поездку. Малиновое варенье. Наш родной чай. Нет, ничего вкуснее. Я все время хотел чаю. А помнишь, ты полез купаться и вылез весь в медузах? Да, у меня до сих пор. Вот тут, видал? След остался. Ай, молодца. А там деревья тени не дают совсем. Да ну. Точно. А фрукты имеют райский вкус. Ну, в общем, были там некоторые временные трудности, но это пустяки. Я когда-нибудь тоже обязательно отправлюсь в туристическое путешествие. Карыч, рекомендую. Туризм – это что-то. Гвозди! Крош сказал, чтобы я и тебе принес. Мало ли что, а ты без гвоздей. Привет, бараш. Я тут шел мимо. Дай, думаю, зайду, посижу тебе, поговорю. Конечно, проходи, садись. Говори, не буду тебе мешать. Какой-то он сегодня нервный. Так он же ими работает, нервами. Это какое-то безумие. Совершенно нельзя побыть одному. Это же ненормально. Я имею право, в конце концов. Итак. Бараш! Бараш! Ай да ко мне! У меня зонтик. Если вам не безразлична судьба искусства, сделайте так, чтобы я оказался в полном одиночестве. Остров необитаемый! Спасибо! 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 Итак, господа, вы прослушали мое скромное сочинение. И теперь мне бы очень хотелось узнать ваше мнение. Прошу не стесняться. Что-что? Великолепно? Ну что вы...
гениально? Кто сказал, что это никуда не годится? Это вы сказали? Ага, вы, сударь! Вы ничего не понимаете в поэзии! Пошли вперед! Отобрали? Так, так, отлично, я открыт. В оборону, кроме меня, кто-нибудь будет возвращаться? Молодцы! Молодцы, молодцы. Нас заслуживают! Мой пас! Вперед! Мой! Навешивай! Мой! Пусть не затейливый мотив прорвет земную тишь, ведь ты и молод, и красив, совсем один сидишь. Мы опоздали, он уже один не дышит. Идешь ты в магазин, и это скверный знак. Художник может быть один, а человек никак. Художник может быть один, а человек никак. Ну там друзья не делают, нет. Кузина, а трудовые пошел опять искать. А вы случайно мне не мерещитесь? Ну-ка, ежик, ущипни меня. Больно же! Ну, ты сам попросил. Все-таки ты нервный какой-то, бараш. Тебе надо съездить куда-нибудь на каникулы. Отдохнешь, полежишь на песочке под пальмой. Кругом будет море, кокосы, красота. Имеешь право, бараш. Приветствуем наших дорогих огородников-любителей. Копатыч, такой классный день, а ты на огороде паришься. Айда с нами на пляж, покатаемся. Да не, ребят, не моя погода, волны нет. Я лучше поработаю, пока время есть. Ну не спекись только, ежик, не тормозим. Что уж и говорить о помидорах. Отдыхающим в местах массового отдыха запрещается заплывать за буи, обозначающие границы заплыва. А вот так. А вот так. А вот. А еще разок. Мне нельзя загорать. Я всегда обгораю. А я нет. Однако же для гороха, сложившиеся этим летом погодные условия... О, не валяйте дурака, пойдемте купаться. Вашей дурацкой волны все равно, слава богу, не предвидится. Это я вам как метеоролог говорю. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Наших дорогих огородников-любителей. И коротко о погоде. Возможно, к концу недели будут осадки, и ветер незначительно усилится. У-ху!
10 долгара! Зажимаем нос, выдохнули в рот. Массаж сердца. Зажимаем нос. Повторяю еще раз. Смотрите-ка, все-таки дождался. Ну что, какие мнения? Будет волна? По-моему, он ее уже видит. Точно. Хлопот. О, друг мой недожаренный, пойдемте купаться, пока вас удар не хватил. Бросайте все. Нет, спасибо. Я лучше поработаю, пока время есть. После вчерашнего шторма море еще долго будет тихим. Никаких волн, никакого ветра. Зажаритесь тут вживую. Я? Подожди. Море — это стихия, борьба. О, какая огромная мачта! В этом, ежик, вся соль. По моему плану, мой кораблик состоит только из самого лучшего. Самого-самого. И ничего скучного. А название придумал? У меня куча идей. Грозный кракен или храбрый боцман. Не, я думаю... Я назову его просто кораблик. Кораблик? Ха-ха-ха!
наш звездный час. Ну, давай! Ну, плыви же. Или как у вас корабли принято? Иди! Ну, не позор же меня! Почему он не работает? Ну, не готов он для большой воды, наверное. Ну, здесь вообще-то нужно подходить по науке. Но ничего, мы это дело, как говорится, поправим, поможем. Да! Недавно шикарный коряга. Сделаем руль для твой новый кораблик. Давно мечтали сделать что-то корабельное. Так, у меня должна быть мачта самая высокая. Нельзя самая высокая. Иначе упадем. Тогда... давай такую статую на носу. Декоративный элемент? Возможно. Ка! Огромную! Вот чтобы из космоса было видно. Нельзя, будет на бок заваливаться. Разница в высоты между носовой частью и кормовой частью составляет... Если двигаться галсами. Укуси меня, ухо. Красим, белим. Круто, да? У тебя получился просто великолепный кораблик. Да. Смотри, и мачта, и это, как ее, корма. А какие паруса. Точно, точно. Драп-т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 ап
Ты как повезло. Какой же Крош все-таки молодец. А воздух какой. Кому бутерброды с морской капустой? Я пас. В следующий раз. Плыви, кораблик. Плыви. У тебя получится. Воблой по лбу. Подбрось лосось. Или копыта капитана. Как вам такое название? Опа. Ёжик,
И больше никогда не говори мне слово «зима». Слушать не желаю. Можно подумать, если я не буду о ней говорить, так она не наступит. Между прочим, мои знакомые островитяне из Полинезии именно так и думают. Чтобы погода не портилась, они не говорят вслух слова «дождь» или «ветер». А вместо этого говорят, например, «тра-та-та». Это называется табу. Интересная технология. Надо попробовать. Снег идет, 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 а на речке мерзнет лед. Больше ни слова. Что значит ни слова? Как я, по-вашему, должен стихи писать? Без слов? Без лишних слов. Про всякие нехорошие вещи. Вот ты, например, хочешь вечное лето? Там цветочки, яблочки. Ну, хочу. Вот и забудь, как называется всякое не лето. Если что-то не называть, его и не будет. Табу, понимаешь? Только чур соблюдать. Табу. Табу, табу. Тра-та-та-та. Бу-бу-бу-бу. Красота. Копатыч, ты что делаешь? Ну так готовь сани летом, а телегу узел. Забудь это слово, Копатыч. Нету его больше. Как это так? Зима есть, а слова нету. Не будет слова, не будет и этого самого. Табу. Ну что же мы будем делать, когда настанет... Тра-та-та. Ты сову не как хочешь, а мы с ежиком будем купаться и загорать. Ну все, порядок. Вечное лето нам обеспечено. Фу. Может, кто-нибудь нарушает? Как хотите, ребята. Мне в зимнюю спячку пора. Копатыч, ты это брось. Какая тра-та-та спячка? Лето ж на дворе. Копатыч! Бесполезно. Это спячка. Тра-та-та. Не понимаю, как он может спать, когда на дворе лето? Ёлки-иголки, где же это было? А может, у совуньи лыжи остались? Мы же все закопали, забыл? И лыжи, и санки, и коньки, и валенки. Хоть бы лопату оставили на всякий случай. Какой, однако, глубокий тра-та-та этим летом. Карыч, ёлки-иголки, какой тра-та-та? Снег по уши. Хорош, выбирай выражение. А какой смысл их выбирать? Не работает наша табу, Карыч. Зима. Ой. Сосульки. Ай. Холодрыга. Карыч, ты вспомни, может, ты не рассказал нам чего-то важного, без чего табу не работает. Может, надо было какие-то заклинания прочитать или сплясать шаманский танец, как твои островитяне делали. Островитяне.
Как-то так. Хо-хо, уа-ум. Хо-хо, уа-уа, уа-ум. Хо-хо-хо, уа-ум. Уа-ум, уа-ум. Хо-хо-ум, уа-ум. Ум, уа-ум. Хо-хо-ум. А, впрочем, я разве не сказал? У островитян табу тоже ни разу не сработало. Вот обязательно сегодня надо было это делать, да? Собирались же в морское путешествие. Я только порядок наведу и сразу в путешествие. Ладно. Эх, ладно. Уговорил. Крош, что ты делаешь? Помогаю тебе убираться. Только не это. Да, что-то мы не сильно продвинулись. Так мы сегодня вообще никуда не успеем. Крош, а может, отложим пока путешествие? Да и погода как-то не очень. Ёжик, а ты случайно не боишься? Чего? Море, путешествия, опасности. Ничего я не боюсь. Просто дома я люблю порядок. Быстрее надо шевелиться, ёжик. Тебе лучше было родиться улиткой, а не ёжиком. Носил бы свой домик все время с собой и чуть что прятался. Я в домике. Кстати, это идея. Эх, при чем тут улитки? Ну да, я домашнее животное. Но я же ни от чего не прячусь. Или прячусь. Крош, что ты еще придумал? Если ты так привязан к своему домику, так и вози его с собой на веревочке. В морское путешествие с ним не отправишься, а в сухопутное очень даже. Ёжик!
Извини, ежик. Насчет улитки, это я погорячился. Принимается. Полный вперед, хорош. Видишь, ежик, ради хорошего путешествия уборку можно и отложить. Твой мы выудим и уборку закончим. Полы мыть уже не надо будет. Я тебя совсем замучил своим порядком, да? Ты решил сам отправиться в морское путешествие. А я и не знал, что ты такой храбрый. Когда мы напутешествуемся, у нас с тобой будет все иначе. Хорошо? Счастливо тебе. Давай так. Я признаю, что на шоколад можно что-нибудь поймать. И мы пойдем домой. Ну, как хочешь. А мне уже надоело. Как передумаешь, дай знать. Ёжик мне точно не поверит. Ты, наверное, есть хочешь. Держи. Чего? Ты хочешь сказать, что пока меня не было, ты на шоколадку поймал живого дракона? Ну да. Ты все это просто выдумал или хочешь меня разыграть? А потом скажешь, что ежик верит во всякую ерунду. Но это не ерунда, это правда. Ничего не слышу. А я бы поверил. Хрум!
сказал. Знаешь, я даже на секунду испугался, что действительно тебя выдумал. Извини, сегодня шоколад не достал. Зато есть варенье. Что такое? Он очень любил шоколад и варенье. Еще чипсы. Теперь понятно, почему твой Хрум заболел. Такая, простите, диета. Ха, даже драконам не под силу. Вкусно вовсе не значит полезно. Ну, я же не знал. Ну ничего, поест водоросли, может, полегчает. Но больше никаких чипсов и шоколада. В следующий раз лови своего дракона на овощи или фрукты. Так, где-то здесь было. Может, она уже отцвела и опала. Зима все-таки. Куда она тебе здесь упадет? Лучше летом собирает. Летом мне хватает и сухопутной капусты. А вот зимой... Зимой растет только морская. О, вот она! О, май год! Ну, как там? Темно и холодно. Свет включи! Сейчас согреемся. Ой!
Ну вот, а вы плыть не хотели. Поехали! Вот! А что случилось? Мы в ловушке. Кажется, полыня замерз. Я тут посчитал. Если не злоупотреблять, то нам вполне хватит капусты до весны, пока лед не растает. Чего? А воздух? А горючий? Скоро все кончится и капут. Капут? Ну, хорошо, хорошо. Я хоть что-то предложу. А если с разгону? Капут. Слишком тяжелый. Нужно избавляться от банок. Не горячись. Мы сейчас с ежиком выйдем и выпилим тебе хорошую полынью. Ёжик, кажется, Пин сошел с ума. Ёжик, ёжик. Всё забыл. Капут. Будет чуть теплей, мы опять сплаваем за твой капуста. Конечно. Ёжик, все, хватит работать. Ты посмотри, какое солнце. Посмотри, какая погода. Какое лето, елки-иголки. Нужно срочно отдыхать. Я уже сегодня отдыхал. Посидел на теплых ступеньках, подул на одуванчики. Какие ступеньки? Какие одуванчики? Отдыхать надо. С умом.
Привет, бараш! На пляж пойдешь? Я творчески работаю. Приходится много работать, ведь только так можно сделать лучшую работу. О, ты плохо выглядишь. Тебе надо творчески отдохнуть. Как это? Сделай свой отдых самым лучшим. Ёжик, учись отдыхать. Вот ты просто лежишь на матрасе, уже неплохо. А теперь усложним. Ты лежишь на матрасе и смотришь на небо сквозь зеленые стеклышко. А теперь к тому же шевели лапой и что-нибудь насвистывай. Недурственно. Учись, пока я жив. Они лучше нас отдыхают. Ничего, ничего. Это так называемый активный отдых. Я тебя научу. Ну как, ёжик, тебе нравится? Чувствуешь себя отдохнувшим? Ну, вроде да. Это еще что? Вот когда мы пойдем отдыхать в горы... Они... Не волнуйся, ёжик, только не волнуйся. Ты отдохнешь лучше всех. Это я тебе обещаю. Ёжик, попробуй одновременно смотреть на небо сквозь зеленое стеклышко и что-нибудь насвистывать. Отдых должен быть насыщенным. И лапой не забывай шевелить. Особенного. Разве на такой маленькой горке можно как следует отдохнуть? Да ничего подобного! Вот на той горке, которую мы с тобой сделаем, будет отдых так отдых! Чувствую себя усталым. Мне кажется, что мы замечательно отдохнули. Может, и не лучше всех, но все равно я так тебе благодарен. Это потому, что мы отдыхали с умом. Насыщенно. Шевели лапой. Сил нет. Не могу. Понимаю. Хе-х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 е-
Пузыря с полпупа не разлява. Закоманим и позалим. Замылились. Феноменально. Я не понял ни единого слова. Шпрячешь, ежик? Без Базлова. Будьте добры, помедленнее. Я записываю. О, а на бананце тебе сплющилось. Зачем тебе это понадобилось? Для науки. Ну дуйся, черепикой. В смысле, давай, записывай. Маркова? Фантикательский. Фантикательский. Это фуфяка, Крош. Крош, это фуфяка. Ёжик, не врами. Все зачерепикал. Зачерепикал. Чики-пок. Друзья мои многословные, а как называется этот ваш язык? Тютюрский. Тютюрский. Коллега, как насчет партейки? Не могу, коллега. Я тружусь над составлением словаря тютюрского языка, чтобы сохранить связь поколений. Что за тютюрский язык? Какая связь поколений? Брось, Лосяш, не выдумывай. Друг мой легкомысленный, мы стоим на пороге рождения нового языка. Скоро мы не сможем понимать друг друга без словаря. Я должен закончить его как можно скорее. Вот чудак. Чучка. А мы вот так. Что скажешь, Карыч? Вижу, коллега, вы уже ощущаете необходимость в переводчике. По счастью, теперь он у вас есть. Кукуй шканты. О
чем это он? Кажется, он говорит на тютюрском языке. Кукуй, олень! Серьезно, что ли? А ну дай посмотреть. Ух ты! И правда тютюрский. И кто его теперь помнит? В смысле? Так это очень древний язык. На нем уже 100 лет никто не разговаривает. Лосяш, а вот здесь ты не прав. Балбадей – это не глагол, а существительное мужского рода. Не понял? Ну что, коллега, может, все-таки партийку? Без Базлова. Не понял? Ага, друг мой, я же говорил, что без словаря вы теперь не обойдетесь. Взгляните, открываем букву Б и дальше начинаем искать. И находим. Смотрите, суффиксы там. А как Карыч по-тютюркски?